Доброе утро! Вернее, у нас уже обед, у нас доставка тортика. И здесь еще топперы и меренги. И... Там еще звонит, если только ладно. Здесь вот скользко, да? В общем, у нас сегодня погодка просто вообще мечта, да? Это шел сегодня дождь, и сразу все леденело. И здесь вот сейчас вот ледик, блин, за аккуратно. Ля как машина. Это я. Специально, что ли? Меня так пугаешь. Зай, не надо. Мимо лед. Да, тут по льду прям мы сейчас можно едем. За машину цепляться на ногах. И даже на коньки, да, вставать? Да, коньки. Ну, в общем, у нас обледенение. И машина у тебя вон во льду, да? Так, у нас... Нет, там нормально везде дорога, только здесь. Это только с хутора выехал. АБС, что ли, с тобой? Нет, АБС. Все теперь потихоньку. Да, здесь, конечно, степно и несло. А глянь, какие эти сугробы, да? И тут. Намело, потому что весь снег, считай, с полем, да, сдуло? Ну, да, с полем. Ну, прочистили. Вчера еще не прочищали. Ага, и тут тоже снежок. А тут уже цивилизация, грязь. А тут уже, да, грязь, все. Черная. Лед вообще, дорожка возле школы. И прям просто по льду иду. Сейчас мой муж меня ждет. Тут все во льду, все обледенело. На сегодня доставка закончена. Сейчас едем до родителей. Хорошо, что у нас есть Нива, потому что Citroёn бы в такую погоду доставку, наверное, почему? Не смог сделать. Нормально бы есть? Но я бы боялась. Вот он, лед, посмотрите, весь даже забор обледенел у родителей. Все во льду. И машина у папы заледенела. Потому что ледяной дождь. Шел дождь и сразу замерзало. Сейчас едем по степной, а тут, да, столько снега не было, какие тут эти, да, сугробы. Тут прям падай. С поля. Да, с поля, а на поле почти и нет снега, а все сюда намело. Вот она зима, а тут пошире, да? А там что-то не расчищено, я не могу понять, как он чистит. Не, он просто... Бля, кто-то залез на горку. Круто. Так, едем по степной. Тут тоже с этой стороны вот есть та часть, вот там вот это наш хутор, а это, в общем-то, тоже зима. Тут настоящая, с офигенной зимней дорогой, с сугробами. Специально вот это вот. Нет, зай, это кинуло меня. Я пугаюсь. Главное, в поле нет вообще снега, да? Все сюда принесло людям. Так, наши покупки. Печенька наша любимая. Вот это вот печенье с кунжутом. Мы очень-очень любим. В люксе. Продается. Взяли аж 2 пакетика. Что это такое? Это у нас яйца. 2 молока и батон. В принципе, все, по-моему. Чипсы. Сереня купил хамсу, я пюрешку сварила. Сейчас будем ужинать. Ура! Гришу забрали со своими 4-ками. И 5-ками. Мама недовольна. А вот. Мама. А, мама недовольна. Сядь, ешь. Лежу тут я такая уже, почти засыпаю. И слышу глаза из голоса, вернее, из компьютера. Давай это мне заказим. Да. Что-то там и засоблялись, ребята, заказывать. Блэд-блэд закажи. Да? Да. Это ужас.